Скажите, пожалуйста, какую оценку вы придаете нынешнему электоральному процессу в Казахстане и непосредственно сегодняшним выборам? Для нас был выбор все нормально. Мы не видели ошибки, в принципе, был нормальный процесс. Да, вот это я скажу. Все транспарентно. Да. Все вы видели, вот это выборные пункты, все было нормально, как обычно, как Германия, как в Центральной Европе, без проблем. Был ли обеспечен доступ полноценный для наблюдателей? То есть... Ja, точно, все. Вот в первый момент, до последнего момента, все нормально, отлично, как, без вопросов. Господин Пол скажет? Все хорошо, тоже. Все, понятно. Как вы считаете, сегодняшняя активность избирателей, она соответствует уровню выборов? Мы думаем, около 70% думаем, да. То есть на участках было... Да, как мы видели до обеда, в принципе, больше, чем 50%, и вечером, мы думаем, около 70% люди были там. Угу. Да, как мы видели. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот если все соответствовало международным стандартам, я так понимаю, да? Да, это 100% международного стандарта. 100%. Mm-hmm. Как мы видели, мы в глазу, все нормально. Европейский стандарт. Европейский стандарт, да. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Как мы видели, вот это вот момент мы были там, все было нормально. Mm-hmm. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, какие, может быть, пожелания можно было услышать от ПАСИ, от европейских партнеров о том, как дальше будет выстраиваться отношения в Казахстане и в том числе на международной арене. Дальше прогресс, дальше хорошая демократия и стабильность, вот за прогресс, хороший президент, так здоров, есть хорошая идея за прогресс Казахстана и скажу, хочет делать прогресс за туризм. Потом есть будет много людей из Европы, будем в Казахстане. Это, как мы скажем, win-win за Казахстан и тоже, в принципе, на Центральной Европе. Вот это будем.